снова здравствуйте, дорогие любители компьютерных игр. Мы продолжаем проходить Thief War. В комментариях меня справедливо поправили, что я неправильно произношу это слово по-английски. Я произносил его как-то через Z, Thief. Хотя надо с присвистыванием Thief. Хотя какая хрен разница, ворон и в Африке вор. И мы добрались до убежища Рин. Девушка, которая была с нами в самом начале, погибла она, нет, так и неизвестно, но что-то она скрывает в своем убежище. Давайте посмотрим. Также я перешел на PC-версию игры, потому что консольная версия попалась какая-то глючная. Вот, и соответственно мне пришлось проходить все заново. Так, видим здесь. Переключатель почти невидимый. Надо смотреть внимательно. Потаенный переключатель. Эрин как-то сказала, что поставила ловушки против незваных гостей. Надо смотреть под ноги. Обыщите убежище Эрин. Играю все так же на джойстике от Xbox 360, потому что я уже к этому привык. Хотя можно, конечно, на клавиатуре и мыши это будет попроще, я думаю, но... Это не шутер все-таки. Что у нас здесь? Какая-то спальня. А вот, кстати, ловушки. Это что такое? Лестница. Так, здесь тоже все-таки потаенная какая-то. Видимо, таким образом мы их отключим. Да. Отсюда, видимо, должны вырываться какие-то ножи или стрелы. Так, нам наверх. Эх, старый я что-то стал. Старый вор такой, вор в законе. Я надеюсь, здесь никого нету, потому что, ну, все-таки это уже убежище. Нет, места уже. Убежище вора, и поэтому вряд ли здесь кто-то будет обитать. Так, изображение наше, изображение. Это все та же спальня, видимо. Так, пардон, у меня кончилась концентрация. Ладненько. Опс, здесь уже кого-то сподранило. Все, они активные. Да, смотри-ка, они активные. Там можно было снизу забраться с помощью крюка. Ну да, старое здание мельницы, но все-таки оно еще работает под силой того, что это люк да вниз. Под силой реки. Да, ну я понял, понял. Ого, куда я попал? Укради ключ от истины. Той, что осталась дома до того, как я стала Эрин. Но ты должен найти его сам. Таковы правила. Ищи. Я скажу, когда ты будешь близко. Чуть дальше. Какой-то адский ад. Преисподняя. Потом я не пойму, почему... Субтитры одно говорят, а Эрин что-то другое. Не туда. Теперь холодно. Ну, до тебя, короче, надо добраться, да? По-моему. Выключи скачущее. Иди за мной,
истине. Еще холоднее. Ты близко? Вообще субтитры не совпадают. Нет, не трогай меня. Да я как бы и не собирался-то особо. Это что такое? Поэтому можно идти? Да, можно. Ищи. Я скажу, когда ты будешь близко. Что-то это та самая комната, да, в которую мы спрыгнули. Что-то у тебя здесь как-то все подзаросло. Давно не убирали, что ли? Ты близко? Это Эрин. Чуть дальше. Двери даже нету никакой. А, вон. Слишком важно, чтобы мне дали понять. Знают ли они, как это больно? Мне кажется, Эрин хотела, чтобы я что-то нашел. Я не могу уйти отсюда просто так. Эрин у нас была художницей. Да, я вижу секретный. Секретный глаз такой. Чего это? Что это? И зачем это было, Эрин? Выходите из убежища. Ладно, очередной секрет, который, я думаю, мы в будущем разгадаем, что это за медальон такой. Ничего больше здесь нету. Ну да, она была художницей. Помимо основной работы. Основная работа у нее была вор. Ну это мы наверху, понятно, той локации. И, в принципе, нам туда, да, к выходу. Я хочу немножко обыскать, потому что я как-то сразу зашел в эту локацию, сразу поперся прямо, вот, допустим, вниз не ходил. Там, видимо, больше ничего нету. Здесь можно спуститься. Здесь можно спуститься. Давайте отсюда нажмем. Ой, нажмем, говорю. Начнем. Да, не зря. Тут что-то еще поблескивает. Денежку кто-то оставил. Здесь кто-то жил, видимо. Бомжи какие-то. А, и вот отсюда, да, можно уйти. Я хочу сходить к этому басу, или кто он там. Отсюда мы туда попадаем. Южный квартал. Нет. И взять у него какие-то задания. Там, говорят, очень неплохие задания есть. Здесь наверняка должна быть вода, которая бы двигала это колесо. Но, как видите, все пересохло, все давно-давно. К чертовой матери. И колесо крутится само по себе, видимо, от какой-то силы ветра. Ладно, здесь тоже ни черта нету. Давайте выдвигаться. Можно выйти, конечно, через канализацию. Но нам маркер показывает сюда. Пойдем сюда. В южный квартал, все так же.
Дом цветов ждет. Он отмечен красными фонарями. По ним я и найду вход в бордель. Найдите дом цветов. Ну или давайте займемся домом цветов. А вот что нам мерцало здесь. Потом к басу. Какая рыбина здоровая. Ну-ка, я могу здесь перепрыгнуть же? Вот это то, что мне надо. И как мне теперь... там, да? Подумал, что назад не смогу вернуться. Так, дом цветов ждет. Там еще что-то блестит, а вот. Так сразу не поймешь, как туда наверх залезть. Да. Ой. Опять какой-то настырный малый залез. Откуда вы взялись? Пока я там мух ловил. Так, предлагают нам двигаться по красным фонарям, да? Я предпочту двигаться лучше по крышам. Чесальщиков, Южный квартал, Риверсайд. Ну да, судя по названиям, здесь когда-то была река. Также мне не нравится, что в домах, в которых, допустим, мы совершаем воровство, нету ни охраны, ни людей, никого нету. Это печально, и по стелс... С едой все хуже. У меня 6 по койкам, а из еды 1 яблоко. Не совершай ту же ошибку, что и Ругер. Что на этот раз сделал этот дурак? Украл хлеб. Чернолобые вздернули его прежде, чем хлеб вылез у него с другого конца. Прикольно. Так, эта дверь не открывабельна. Вниз, я думаю, нам не стоит. Хотя вот там вход в этот дом цветов. Да, по поводу стелса. То есть стелс, конечно, здесь обалденный, но за неимением... Опс, кто-то идет. За неимением охраны в домах, это как-то уже... Ты осмотрел его? Печально выглядит. Здание городского совета. Конечно. Охрана плотная. А бюст барона? Чистое золото. Стоит целое состояние. Даже с кислой рожей Нордкреста. Только на ночь бюст запирают с помощью особой охранной системы. Черт, слишком рискованно. Отбой. Пусть другие болтаются в петле за попытку украсть бюст барона. Бюст барона — это не тот ли, который я уже украл? Помните, в одной из серий я взломал сейф в каком-то там охранном... Блин, сюда идет. В каком-то охранном заведении, и там был бюст барона. А денег у тебя нет, конечно. Ну конечно, нищеброд проклятый. Вход в дом цветов где-то рядом. Так, по розовым фонарям. Да, где здесь розовые фонари? Вот они.
хер поймешь, что написано. Ой. Ой-ой-ой. Совсем ой-ой-ой. Так, настырно сюда идет. Ух ты. Интересно. Видимо, какая-то секретная комнатка. Абсолютно случайно нашел секретную комнату. Так, придется подождать. Так, дальше красные фонари нас ведут куда-то вниз. Ну, посмотрим, что у нас здесь. А у этого, кстати, есть кошелек. Но здесь жили бедные люди, здесь, наверное, даже шкаф, видите, какой-то обшарпанный. Ведра до бутылки. И те, наверное, пустые. Прикольное местечко. Смотри, сколько можно. Всего можно награбить. Сучка, работай. Я же смогу туда перепрыгнуть или нет? Не, он что-то не хочет туда прыгать. Ладно, попробуем. Стрелой. Стрелу, конечно, жалко, я бы мог. Ой, перепрыгнул, нормально. Я бы мог рукой, конечно, это все сломать. Ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь. Вот в последнее время я начинаю заползать в какие-то квартирки нищих людей. Вот, ну что здесь брать? Ё-моё, здесь ни черта нету. А, вон сейф, смотри, ни хрена себе нищий. Раз уж они могут себе позволить сейф, значит они могут позволить себе то, что в этом сейфе можно хранить. Да, мне бы код узнать еще. Нет места, чтобы положить жрачку. Да, так-то код мы не узнаем. Папа голая. Давайте на обум, что ли. Скажем, один. Скажем... Да блин.
Ну, два пусть будет. И... Нет, ладно, три будет. И два. Хрена лысого. Да, здесь кроме этого мешочка больше ни хрена-то и нету. Да чё ж у нее везде бабы голые. Ладно, я думаю, сюда мы еще вернемся. Нам туда бы еще к нам забраться. Свет из оконца пробивается. У этого парня, конечно, денег нету на поясе. Эй, лысый, иди отсюда. Иди отсюда, лысый. Вот так вот. Что у нас здесь? Ого. Весело. Да, по этому городу можно просто так путешествовать и... Все равно куда-нибудь попадешь. Опять веселая музыка. Здесь кроме ручки ничего нету. И окно не открывается. И дверь. Так, при экстренном случае сбежать абсолютно некуда. Правильно выбрал. Парень выбрал правильную дорогу. Тихо-тихо, в тень. Да кто это такие? Это какая-то гражданская... Гражданская оборона, что ли? А, ну да, мы были на этой улице. Что ж, давайте пойдем отсюда. Ну уже, девочки, 10 минут, не больше. Тебя внесли в черный список Дома цветов, лорд. А ты, наверное, уже не лорд, да? В черный список? Да как же? И надолго? Пока не обзаведешься деньгами, Эдмунд. А значит, до конца жизни. Ищи дешевую девку, которая обслужит тебя в переулке. Ты слишком радуешься, девка. И не я одна. Мы все радуемся. Какому-то парню не обломилось сегодня присунуть. Так, подожди, кто-то ходит. Голоса были слышны, а вот что-то персонажа я не видел.
Без денег бабы не дают. Эй, что ты делаешь? Я бы тебя просил вскрыть замок просто тупо. Это ж твоя работа. Кстати, когда я перепроходил, да, то есть, помните, вот миссия на заводе, где сжигают, да, собственно, больных. Там я случайно оставил за собой открытую дверь, и охранник, представляете, спалил это все. И поднял тревогу. Вот до чего докатилось NPC. Вернее, их продвинутый АИ. Система искусственного интеллекта. Поэтому закрывайте за собой дверь. Почему Гард не тихонечко закрывает эту дверь, а захлопывает? Тоже непонятно. Так, это все, что осталось от реки, то есть помойка. В принципе, большинство рек превращаются в подобное зрелище в больших городах. Но это где-то времена средневековья. Я думаю, что там плавает не только мусор, но и всякое говнище, потому что центральной канализации, как вы понимаете, тогда еще не было. Так, ну что, здесь больше делать нехрена. Ты смотри-ка, вон туда можно будет залезть. Или я там был. Вот что плохо, еще все вот эти вот... Да, я там был вроде как. Все строения прохожи друг на друга, все серое такое, монотонное. И хрен запомнишь, где ты был, где ты не был. Грязные тайны, глава 3. Давай. Найдите вход в бордель. Ага. Я иду в дом цветов. Если вы, головорезы, что-то задумали? Мадам Сяо-Сяо ждет вас. Я вас провожу. Следуйте за мной. Расфуфыренного петуха привели в курятник. А я поиграю в лесу. Петуха? Если меня увидят с вашими цветочками, мне конец. Не волнуйтесь, сэр. Я думал, что это был вход в бордель. Так ведь нет. Это всего лишь какой-то квартал, да, красных фонарей. Что-то в этом роде. Мне сказали, что я буду. Концентрация кончается на раз-два. Так, двое чуханов. Там сзади него какой-то клапан был, я везде думаю. Везде этот мрак. Я думаю, если этот клапан выстрельнуть, какой-нибудь пар вырвется оттуда и... ему будет плохо. Давайте попробуем. Больно. Так, тупой стрелой стрелять? Или что у нас еще есть? Нет, у нас есть еще обычные острые стрелы. Надеюсь, ему будет не очень больно. ЕПРСТ. Да при чем здесь я? Может быть, это... Нарушитель в доме! Случайно получилось. Я узнаю, кто там прячется. Там я еще не смотрел. Можно, в принципе, вот так было сделать, никого не трогать. Испугался, да?
Да конечно, испугался. Что... Если бы кто здесь был, я бы его нашел. Да-да-да-да-да. Я тоже почему-то так думаю. Да, ну братюню, конечно, неплохо разорвало. Я думал, его от просто... От этого города мозги на бекрень. Аж парит паром и не более. Так, куда-то вниз, да, мне надо? Что-то непонятно. Каждую ночь одни и те же кошмары. Упс. А, вот туда вниз, наверное, мне надо. Вниз по лестнице. Мне нравится, как сделаны руки Гаррета. Погода меняется. Ему уже пофигу на труп товарища. Погода меняется, говорит. Значит, не спалил. Так, а здесь у нас что? Я думал, осколки стекла. Не идешь за мной? На пять заклинило. Надеюсь, ты не ждешь от меня помощи. А, нет, нет, сэр. Что вы? Позволь. Как у него язык повернулся. Офигеть, сколько у него бабла. Сейчас он придет к девочкам без единой копейки. Устроил свой вердеп в тайном месте. Но здесь... Защита от любопытных глаз дорого стоит, сэр. Что дорого? Я думаю, они пошли, пошлют его. Я голодный, как... За уголком подушить своего змея. Блин, хорошая вещь этот гаечный ключ. Представляю, если бы я его не взял. Так, новая карта, но здесь что-то какой-то... А, вот проход. Я думал, какая-то просто изолированная комната. И больше нет ничего. Блин, там внизу. Кубок. Стекло разбитое. Но, видимо, вот эти вот лепестки роз как раз ведут в то самое здание. Блин, а тут вообще бесконечное. Еще один кубок. Интересно, если я спрыгну, смогу ли я забраться опять? Похоже, что нет. Куда торговцы баландой пропали? Баланда? Почему они называют это баландой? Баланда — это вообще зоновский термин. И он произошел потому, что в одной из тюрем... Баланда — это вообще имя человека, имя повара. И в одной из тюрем, собственно, вот этот человек работал. И зэкам не нравилось, как он готовил. Поэтому зэки просто взяли и сварили его на обед. Поздно уже. И с тех пор уже называется баланда. Тайп, это тот самый парень, которого мы ограбили. Я, конечно, весь в коже, но за танцовщицу кабаре меня, скорее всего, не примут. Надо прокрасться внутрь. Вас ждали, сэр. Проникнуть в дом цветов. Приглашение. О, короче, я приглашение. Быстренько, ну, да, срезал. У меня вот тут. Черт, я его, наверное, куда-то засунул. Неважно. Важно, сэр, в смысле. Мне жаль, но мадам Сяо Сяо настаивает на секретности. Без приглашения нельзя. А вы не могли сказать об этом до того, как я спустился в эту преисподнюю? Берегите дыхание для пути наверх, сэр. Это недопустимо. Унизительно. После всего, что я верил. Это для вашей безопасности.
кто ходит, где ходят. Блин, испугался. Боги на пороге! Кто там на пороге, боги? Они интересно как-то ругаются у них. Боги на пороге, зубы Рорка. Но как-то в игре не объясняется, кто такой Рорк. Надо выпить. Да-да-да, парень, выпей, пожалуйста, чего-нибудь. Рекой пахнет даже здесь. Просто возвращаюсь назад. Может быть, удастся взять те кубки. Каждую ночь один и тот же кошмар. Да ладно, откуда ты здесь взялся? Уроды. Я, конечно, весь в коже, но за танцовщицу кабаре меня, скорее всего, не примут. Надо прокрасться внутрь. Мы вас ждали, сэр. Позвольте. Я тоже почему-то так думаю, что... За бабу мы не сгодимся. Черт, я его, наверное, куда-то засунул. Неважно. Давай-ка вон в ту. Ой, прям же здесь. Без приглашения нельзя. А вы не могли сказать об этом до того, как я спустился в эту преисподнюю? Берегите дыхание для пути наверх. Ну и что, он там и будет, так и будет там стоять. Если мне запиндюль-то водяной стрелой. Куда торговцы баландой пропали? Угасит огни. Давай, выходи из тени, слышишь? Не из-за чего париться. Да, не парься. Че? Не, так палят они. Так они палят. Видимо, эти два или три кубка. Я, конечно, весь в коже, но за танцовщицу кабаре меня, скорее всего, не примут. Надо прокрасться внутрь. Мы вас ждали, сэр. Останутся на своих местах. Приглашение. Но подняться мы сможем вот здесь, но это мы сделаем в следующей серии. На этом серия закончена. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить остальные серии. Игра обещает быть интересной. Ставьте большой палец вверх и комментируйте. Всем желаю всего доброго. Пока. Без приглашения.